Да, вот там вот это висело. Я такая дверь открыла, дверь закрыла, а хоп, она упала мне на голову. Класс. Вешать собой или говорить, что вешали вечером? Даже не знаю. Повторяем, продолжаем тему гордынь. Когда я приехала в Германию, в свою гас-семью, вот я, кстати, привет, мне никто не объяснил, как вот это работает. Я не знала, то есть я знала, что вот этой штукой надо как-то это регулировать. Но как, я думала, вот так я подергала, не работает, короче. Я не знала, что мне делать. Я не знала, как ее поднять, я не знала, как ее опустить. И вообще не знала, зачем это делается. Но в итоге первую неделю, когда я здесь была, то я эту штуку, вот, ну, то есть она у меня была поднятая, и я ее не опускала. А внутрь потом начала ее опускать, короче, каждый вечер. Но в итоге я увидела, как это делается. Нужно, короче, взять эту штуку. Это ролеты, наверное, называется. И вот так тянуть. Вот сильно, короче, у меня прям мускулы все мои жировые напрягаются. Вот так, короче, тянуть, и вон она вся поднимается. Вот, а чтобы отпустить, надо вот так потянуть и отпустить. И так она клацает прикольно. Вот так. Вот. Ну, суть в том, что я не знала, как это работает, никто мне не объяснил, в итоге только увидела. И тогда только поняла. И первое, ну, как бы, время, когда мутер все время опускала, я поднимала днем. Она все время опускала. Я не могла понять, зачем она это делает. Я ее потом спросила, говорю, а надо что ли это делать? Она мне объясняла, что да, типа во Франции она когда жила, ее мама все время так делала, и поэтому надо так делать тоже. Она говорит, я не знаю почему, но надо. Ну так. Это я пришла вообще в комнату ребенка младшего, чтобы постели застелить. Потому что сегодня у меня такое задание, будем застилать постель. Вот наклейки понаклеила, смотрите. Короче, постель будем застилать. Такая она упорская жизнь. Всем приветики. Я сегодня хотела с вами поделиться тем, что я закончила на данный момент заниматься пилатесом первым в своем жизни. Пилатесом. Это было очень необычное занятие. Это было что-то между йогой и фитнесом, кроссфитом. Вот что-то такое. Я вообще не очень в этом разбираюсь. Но мне понравилось. Я просто вот сейчас такая begeistered. Вот просто, можно сказать, excited. Я не знаю, как по-русски это назвать. Воодушевлена вот этим занятием, мне очень нравится. Я безумно люблю свой коврик для йоги, для пилатеса, для фитнеса. Он такой красивый, он такой приятный. Я вот этого купила, и я прям хочу всем заниматься. И мне не нужен никакой спортзал. Главное, чтобы было у меня мое, как это называется, желание, чтобы моя лень не забила все вот эти занятия, которые можно делать. Вы вообще видели, сколько видео на Ютубе? Там просто их так много. Их там так много, что вообще, ну, можно просто заниматься каждый день, и у вас не хватит времени. В общем, я в восторге, короче. И будем делать дальше, потому что это просто замечательное занятие. И я себе уже распланировала программу. На следующую неделю я хочу попробовать каждый день чем-то заниматься. Я еще в своей жизни не пробовала зумбу. Это, ну, еще, если кто не знает, погуглите или посмотрите на Ютубе, там будет все видно, понятно, короче, что это за такое. И я видела только зумбу в своей жизни, но мне показалось, что это фигня полнейшая, и надо, короче, ну, вообще, я думаю, что это не для меня, но я попробую. Посмотрим, что из этого получится. Я думаю, что не обязательно идти на занятия, хотя во многих школах есть бесплатные занятия. Но я попробую самостоятельно что-то такое вот сделать.
Ну, посмотрим. Короче, будет на следующей неделе у меня первый урок зумбы. Вот пилатесом я реально довольна. Хотя это обычное упражнение. Это вот так вот ноги поднимать, там крест вот так, ножницы всякие, там эти, ну, из йоги очень много всего, там поза младенца, вот эта позиция. Я просто на английском смотрю. Называется tabletop position, то есть когда, как вот этот чайный столик, ты вот так стоишь, и, ну, то есть как поза собаки, короче, отжимания разные. Вот я прям говорю, как у меня болит, я не могу держать телефон. Вот это хорошее было упражнение, потому что, ну, и, конечно же, я смотрю видео для начинающих, потому что я когда-то начинала смотреть на русском ютубе, по-русски видео, йога, короче, 40-минутная вот эта вот фигня. И я просто думала, я умру, пока я там это доделаю. Это было невозможно. Я многие упражнения не могла даже наполовину правильно сделать, как это должно быть. И ничего у меня, короче, не получалось. И в итоге я делала, даже сестра моя младшая делала. Я тогда занималась в обычных спортивных штанах. Вот сейчас у меня какие красивые штани. Штани у меня замечательные. Это йога, это не йога, черт, это фитнес-штаны. У меня, я купила себе, сейчас вам покажу, смотрите. Смотрите. Короче, йога-штаны специальные себе купила. Тут такая штука, дырочка, в общем, это для пятки. Ты когда одеваешь его, и потом пятка здесь торчит. Ну, я вам еще сниму видео, когда я буду йогой заниматься. Вот так, короче. А можно полностью одевать? Но так как я такая низенькая, маленькая, поэтому вот для меня это как раз, поэтому они на меня не висят. Я вообще размер себе взяла XS, потому что обычно мой размер S. Иногда в очень сложных ситуациях M. Но вот эти штани я взяла себе размер. Вот они тут такие, можно сказать, на резинке, но без резинки. То есть очень классные. Они такие мягкие. Они такие приятные. Вот честно, у меня нет леггинсов, и я вот этим заменяю радость отношения леггинсов. Вот. И хотела сказать, что я специально вот эти штаны купила для йоги. Вот такие футболки. Короче, это я сейчас у меня Чибо Хоу снимаемым. В общем, у меня много всякой ерунды, вот эти спортивные, неспортивные, бла-бла-бла. Может быть, кому-то это не важно, но вот я когда начинала прошлым летом заниматься йогой, я где-то месяц позанималась дома, я даже старалась, ну, 3 раза в неделю я делала точно. И мне как-то так получилось, что я делала примерно 3 раза в неделю, и в итоге я это все забросила, потому что у меня не было коврика, у меня не было всяких вот этой ерунды. Может, кому-то это действительно, ну, не важно. А для меня это очень важно, потому что вот я, ну, смотрю на эти замечательные вещи, они такие приятные, они такие удобные. И, блин, ну, классно в них заниматься. Я вот прям смотрю на эти все свои шмотки спортивные и так думаю, черт, надо заниматься, я же чего-то их купила. Это как мой абонемент в спортзал. И таким образом я вот мотивирую себя тем, что у меня такие красивые спортивные вещи. Я вот как куплю все красивые спортивные беговые кроссовки, я сразу побегу. Но пока все еще до этого надо, короче, копить. А перская жизнь, она вот такая, что, короче, не сразу вы себе все купите, а если все купите, то потом денег не будет. Но у меня сейчас уже ребенок придет, старший с урока гитары, поэтому надо бегом бежать в душ. Пока он не пришел, и двери потом ему открывать. А потом надо будет вести младшего ребенка на спорт. И тогда еще, может, что-то я запишу. Потому что я его веду в отделение полиции. И там, получается, мы будем... Ну, то есть он там занимается дзюдо, юдо. Это называется по-немецки. Он там будет заниматься, а так как я не успела сегодня немецким позаниматься, у меня план-схема, надо каждый день что-то делать. Спорт у меня сегодня есть, значит, надо немецкий делать. Я буду там 1,5 часа сидеть, делать немецкий. Потом, может, покажу вам что-то, вот этот полицайферайн, то есть отделение полиции. Мы в спортивном комплексе полиции там занимаемся. То есть он занимается, я сижу, потому что сегодня мне надо его забирать. В общем, расскажу, покажу еще что-то вам, может быть, там будет интересно. До встречи!